Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Апатия, выгорание уже 5 месяцев, ничего не помогает. Не хватает сил даже на элементарные вещи, такие как поесть, помыть руки. Что мне делать? Помогите. Пожалуйста. Ну, помочь вам, конечно, можно, но для начала хотелось бы какую-то вот более такую подробную историю о том, что с вами происходило, вот, например, 5 месяцев назад, да, допустим, это первое. Второе, значит, то, что вы описываете, очень похоже, похоже на депрессию, вот. И, соответственно, если это депрессия, то вам нужно обратиться, конечно, к врачу. Вот. К врачу-психотерапевту, клиническому психологу, вот, для того, чтобы вам помогли. Назначили соответствующие препараты. Вот. Ну, для лечения, потому что здесь требуется именно лечение, именно лечение требуется здесь. Вот. И дальше уже работать, ну, собственно, с проблемами, вот. То есть работать с тем, что является проблемой для вас, вот. То есть из-за чего это произошло и так далее. Ну что, чаще всего подобное происходит именно вот из-за подавления человеком, значит, каких-то своих чувств, эмоций, вот, избегания этого в, так скажем, избегание этого в коммуникации. Вот. То есть такая проблематика тоже, в принципе, может, ну, может присутствовать. Вот. Поэтому здесь необходимо работать именно вот с этими, как мне кажется, аспектами. Вот. Ну, в первую очередь. Конечно. Конечно же. Вот как-то так. То есть психологическая проблема ваша, которая лежит в основе вот вашего психоэмоционального состояния, она, конечно же, должна быть раскрыта, вот. Она должна быть вами замечена, она должна быть вами осознана, вот. Чтобы вы к ней начали вырабатывать какое-то свое отношение. Сделать это можно будет только после того, как у вас появится возможность. Вот. То есть после того, как вы обратитесь к врачу, проверите свое психическое здоровье. Вот. И дальше уже будет как-то
очевидно и понятно. Что делать дальше? Вот. Вот как-то так. Я бы вам ответил на вопрос, который вы сейчас задаете. Вот. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Ну и с точки зрения моего опыта, конечно, тоже. А буду вам благодарен за обратную связь по нему, по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот. То есть, чтобы вы могли, ну, увидеть, вот, с чего вы хотели бы начать, да, например, в каком бы направлении вы хотели бы двигаться, куда бы вы хотели двигаться и как бы вы хотели двигаться в рамках, вот, психотерапии, вот. И дальше уже, я думаю, будет все примерно понятно. Желаю вам удачи. Обращайтесь. Всего самого доброго.